Всем привет! И с вами снова Василий Мороз. И сегодня мы будем делать меч из бумаги. Итак, нам понадобится 2 листа А4, ножницы, скотч и 1 лист цветной бумаги. Нам надо свернуть листок и получить из этого для нашего меча лезвие. Для начала надо листок свернуть пополам. А затем сгибаем вот так, вот не догибая, ну, 3 сантиметра до середины, с двух сторон. А затем складываем вот, потом сгибаем до этой линии вот так, затем сгибаем так вот. И также делаем на другой стороне. Вот так. Так, а потом... Потом сгибаем посередине. Наконец сгибаем так. И сгибаем вот так. И у нас должно выйти вот такая вот трубка. То же самое проделываем с другим листом бумаги. Теперь нам понадобятся ножницы, скотч, и с помощью этих приспособлений мы склеим наши лезвия. Нам надо вырезать из скотча вот такие вот маленькие кусочки. Мы нарезали такие кусочки, и сейчас нам надо из этого мы будем клеить лезвие. Для начала надо скрепить, чтобы оно вот так вот держалось. Просто берем и с одного края, именно края, клеим скотч, чтобы оно держалось. И откладываем пока. Тоже операцию проделываем с другой, получается, с другим нашим лезвием. А теперь нам надо соединить его между собой вот таким вот способом и, как всегда, склеить скотчем. Вот, склеим. Итак, вот такое вот у нас должно получиться. Оно даже в кадр не помещается. А теперь нам надо вырезать наше лезвие. Вот, берем и ножницами, получается, вырезаем. Вот, вырезаем. Вот. Такое вот лезвие должно у нас получиться. А теперь берем наше лезвие с той стороны, с которой оно не заточено, ставим на углу на цветной бумаге, обводим. Вот такое вот у нас. Вот, обвели и рисуем квадрат, ну, какой вы хотите квадрат, чтобы этот круг был в середине. А теперь мы вырезаем этот квадрат ножницами. Вот, такое вот должно у нас получиться. Теперь прокалываем, ну, там, где круг мы вырезали, ручкой какой-то. Вот, делаем такую вот дырочку. Берем ножницы и вырезаем тут круг. А теперь просто берем и надеваем, чтобы вот сюда вот становилась наша рука. И давайте приклеим его скотчем, не знаю. Ну, давайте клей. Его можно приклеить клеем, но мы приклеим скотчем. Вот так вот приклеим. И вот такой вот, чтобы была вот такая вот ручка. Итак, как мы видим, вот такой вот меч у нас получился из бумаги. И можно наделать таких мечей и использовать их в разных играх. Но если вы хотите ими драться, то желательно их обклеить картоном. Всем спасибо за просмотр. Вот так вот легко делать меч из бумаги. Ну что ж, всем удачи, всем пока!